Кошка там наша. Дождь идет сильный. Прям мгновенно нашел. Сейчас должны двери открыть, ломануться сюда. Фильм смотреть. Бегут прямо как на пожар, как говорил у нас отец. Стоят. Вот это у меня кошечка белая. Вот. Киношники. Прибежали. Вот, слышны голоса. Если меня там потребовали паспорт, копию, сейчас отправил через Лену. Что-то там в Барнауле требуется. Надежда Васильевна подпись там дала, что-то не против, что у нас зарегистрирована община на нас и где проходит собрание. Ну, это как бы регистрация, перерегистрация. Ничего в этом такого нет. А сегодня вот приехала братья это, и с ними мы побыли, поработали там. Сейчас они уехали, а мне уже из Корчина звонят. Тут такой дождь идет на вас. Они на машине не выйдут оттуда, на Сережиной. А вон она, одну ведущую. Вот они, их там дождь хлещет. Сейчас смотрите, как они вломятся. На крыльце стоят. Видимо, Володя там застрял где-то. Видишь, как горгочет. У меня кошечки белые. Такого не видал еще, да? У вас еще какая нужда во время дождя-то? Посмотри, подожди-ка гляну. Как блестит колесо-то, а дальше-то ничего не видать. Да. Ты смотри, какая падера называют у нас. А как там наши братья? В машине? Все, машина, братья уехали. Ехали, главное, Никите негде сидеть, его в багажник положили. Никита в багажнике ехал. Вот. Включи туда свет. Скажи, чтобы молчали. От дождя прячется. А там шарик на дожде квасится. Иди в конуру спрячься, еще торчишь тут. Иди. В конуру полез. Все. Так, минутку. Шапочки снять. Дайте место, где сидеть. Ну-ка, найдите место там. Дальше скамейка еще есть. Туда идите. Девочки, вы кто выше ростом, пересядьте туда назад. Вот еще тут место. Ну, что сделать? Ну, не для себя только. Эти хлопцы совсем маленькие. Иди туда там. Иди на его место, садись. Кирилл, пересядь туда дальше. Ну сядь туда, там девчонки, ты же рад будешь. Иди. Ну конечно. Наши красавицы уедут, тосковать будешь. Ну давайте, хлопчики, садитесь сюда. Так, место где-нибудь, вон там, найди. Садись рядышком. Так, там не надо сидеть на этой. Ты упадешь или еще что? Вы зачем сели здесь? Я сказал, туда идите. Вы же не маленькие. Который маленький, тут еще пускай крутится. А ты-то большой. Егорушка, иди туда. Так, Андрюша, найди себе место. Там еще две скамейки. Видишь, вот доска это стол. Можно палатку поставить? Ну, Володя, конечно, тут. Эленберг. Ну ты рядом ослепнешь, ты слепой и так. Для маленьких тут можно? Не надо. Не надо пока. Когда грязь, ничего нельзя. Все, понял. Грязь. Они все вымажут. Пускай сидят, друг друга поддерживают. Ни одного фильма не видели по-настоящему. Сразу спать ложатся. Вот так. Так, ты не упадешь?
Вот этого мальчика среднего спроси. Да вот этот, во-во. Держите его, чтобы он не хлопнулся. Держу. Вот так. В туалет сходили все? Да. Чтобы никто не просился. Это бесполезно. Для, ради одного не будут. А ногти-то последний догрызаешь уже. Видишь, тут не хватает. Так, девочкам не прикасаться пальцем даже. Егор, не трожь наших девушек. Кого не трогай? Я же вижу, как ты прикасаешься. Нельзя, это у нас запрещено. Так, ты еще хочешь, Володя, дать им? Я не знаю. Ну, можешь дать про природу. Они просили Иуда Бен-Гур. Кто видел Иуда Бен-Гур? Посмотрите еще раз. Давай. Вот дядя Володя это все сделает. Давайте. Это смотри, в носу ковыряешь-то. Палец не сломаешь? Так. Постарайтесь молчать. Про себя молитву творите. Сейчас поставят фильм как надо. Фрося, этого делать не надо. Сидите совершенно спокойно, нормально. Все пришли или кто-то не пришел? Да все. Дежурные не пришли. Сколько дежурных? Двое. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один. 23 у нас человека. Еще приедет двое. Будет 25. Все, пока.